Мультстудия «Галка», город Сочи представляет мультфильм «Почтальон» по стихотворению Натальи Карповой. Знает старый почтальон огородный свой район. Он вчера с большим трудом отыскал улиткин дом. Утром дом стоял на грядке. Оказался возле катки. К ночи спрятался в репень. Вот пойди за ним, успей. Муравейник или улей, никуда не мчатся пули. Все на месте, ждут письма, как нормальные дома. Почтальон кричит улитке, строго топая ногой. Пусть вам письма и открытки носит кто-нибудь другой. Конец. Над мультфильмом работала Лучия Зимогляд, 14 лет. 2024 год.